поздравляем с победой. И тебя персонально с хорошей игрой. Сегодняшний матч, как у него, насколько было легко выйти или наоборот сложно? И после первого тайма, с чем связываешь, когда он был очень сложным, с чем связываешь то, что в итоге во втором так удалось добавить? Ну, спасибо большое, конечно, за поздравления. Ну, я бы не сказал, что дебют дался легко. Конечно, я к этому всему готовился уже достаточно долгое время, ждал своего шанса, и вот наконец-то дождался. Все команды меня поддерживали, весь тренерский штаб также меня тоже поддерживал. Может быть, с тем связано, мы немножко добавили в атаке и начали забивать просто все свои моменты, и поэтому такая большая разница в счете. А как считаешь, в эпизоде с пропущенным голом, что там все-таки произошло, в чем была неразбериха? Ну, скорее всего, это была моя неразбериха в голове, и просто, может быть, немножко затряслись ноги, как говорят, и, наверное, из-за этого допустил такую ошибку. Но, тем не менее, ты уверенно выходил и в первом тайме, и во втором, подключался к атакам, не стеснялся играть высоко где-то. Вот это уже говорит об уверенности, то есть это у тебя изнутри идет или все-таки команда где-то тебя сама поддерживала? Ну, это, можно сказать, и изнутри, и команда. Это постоянно наигрывается на тренировках, поэтому это уже как, ну, как в тренировочном процессе идет, и достаточно все дается легко. Когда вот заменили тебя на Лео, то есть вот что почувствовал? Больше облегчение, что все-таки, ну, высокую оценку получишь за 40 минут игрового времени? Или где-то все-таки расстроился, что до конца не провел игру? Ну, я, наверное, склонюсь больше к тому, что я расстроился. Конечно, хочется полностью провести свой дебют, все, получается, 50 минут игрового времени, но тренерский штаб так решил, ну, поэтому я никого не обвиняю и доволен своими 40 или сколько там, 35 минутами. Завтрашний матч с чистого листа, вот после такой крупной победы, как нужно, что нужно сделать, чтобы не позволить расслабиться в завтрашнюю встречу? Нужно просто, ну, я бы сказал, забыть сегодняшнюю встречу и готовиться просто завтра как к новому сопернику, ну и начинать все с чистого листа. Спасибо.